18 лет, Манчестер Юнайтед, 13 мячей забил уже в этом сезоне за молодежную команду. Варелла подхватывает мяч на правом фланге, передача, можно пробить отсюда, 1-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Решфорд, да, забил? Решфорд, это самый счастливый день пока наверняка в жизни этого 18-летнего парня. Он забивает ворот. Иди, давайте еще раз посмотрим. Давайте смотреть, как все получилось. Ошибка Арсенала в центре поля. Невынужденная ошибка от Тео Уолкота. И дальше очень быстро все развивается. Пас на правый фланг. Варелла выполняет мягкую передачу в центр. Дальше мяч отскакивает к Решфорду. И он забивает свой первый гол в английской премьер-лиге. 13 голов в первенстве молодежных команд. Мяч в центре. Мата перед ним Реш. А тут Варелла должен быть. Нет, Лингард. Хотя Варелла тоже наверняка сейчас включается, да? Лингард что? Лингард через центр и опять на Вареллу. Уругвайц оставляет мяч в штрафной площадке Арсенала. Мягкий заброс, удар, 2-0. Опять что ли Решфорд? Решфорд! Сумасшествие! Это дважды счастливый день в жизни парня. 2-0 Манчестер Юнайтед стремительно увеличивает, как дрожжи. В стартовом составе Манчестер Юнайтед. Первое появление в стартовом составе. Дубль ворота Митюлан. Второе появление в стартовом составе. Дубль ворота Арсенала. Никакого офсайда нет. Здесь классную передачу, хотя, может быть, чуть сильную, на Вареллу делал Мата. Но и дальше заброс мяча туда, в штрафную площадь. И Маркус Решфорд совершенно один. Отметим, во-первых, Вареллу, который оставил мяч в поле. Будет подача. И подача есть, и момент есть, и забивает Арсенал. Забивает Арсенал в нужный момент. Ворота своей бывшей команды забивает Дани Уэлбек. Это самая команда, которая сейчас играет в красных футболках. Ну и вот Уэлбек забивает ворота клуба, за который болел с самого детства. Немножко Шнейдерлен выпустил его из поля зрения. Ну и в результате Шнейдерлен выпустил. Роха до мяча не добрался. А Дехе уже вытащить этот эпизод был не в состоянии. В результате обработать. Мата. Забегание делает Депай. Решфорд на правом фланге. Ну теперь самое время показать, как умеет он играть и с партнерами тоже. Развернулся. Эрера. И передачу на Эреру. Хорошую. Эрера забивает мяч. Решфорд еще и голевую передачу сделал. Андер Эрера сегодня был хорош в центре поля. И в нужный момент красиво исполнил, увеличивая вновь. Ну что же вы делаете? Как же вы даете такую возможность для дальнего удара? Давайте смотреть еще раз на действия Решфорда. Все классно сделал. Посмотрел, где находится Депай, где находятся другие партнеры. Увидел Андера Эреру. Там, ну, а здесь еще и рикошет. Но другой вопрос, что опять же, никто не накрывал Андре Эреру, позволили ему беспрепятственно пробить с 20 метров. Ну и дальше посильнее вы видели вот этим движением, еще и подтолкнул мяч туда в ворота, не оставив никаких шансов Петру Чеху, который изначально на удар Эреры. Продолжается атака команды Венгера. Подача опасна, и будет удар. Удар! Снова Дехе вращает, а вот здесь не получится. Не засчитан. Или засчитан все-таки? Засчитан. Алексис Санчес, посмотрите. И вновь здесь через перехват. Алексис Санчес на правом фланге. Передачу делает чуть неудачно. Чудом, ну не чудом, а коленкой вообще спасает Дехе. А на добивании первый Месут Озил. Да мяч еще врезается в газон. 5 забитых мячей. По-моему, я прогнозировал 6 в первом тайме. Так что еще есть время. 3-2 в пользу Манчестер Юнайтед. Посмотрите еще раз. Это действительно сумасшедший сейв от Давида Дехе, но и здесь он ничего не мог сделать. Но обрати внимание, как спокойно футболисты Арсенала...